трещит по швам. В Темиртауском детском саду «Актылек», построенном меньше 3 лет назад на бюджетные средства, просел пол и едва не обрушилась стена. К счастью, никто из детей и сотрудников дошкольной организации не пострадал. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. Внутренняя стена, и вот прям по шву видно, на сантиметров 5. То, что со стеной что-то не так, сотрудники детского сада обнаружили после одного из мартовских проливных дождей. Перегородка в ясельной группе отошла, а пол просел. В тот же день мы утром перевели детей. Это группа первая, младшая. Деток перевели в другое свободное помещение. После этого оповестили Горанов, оповестили Парасад. Это организация, которая обслуживает детский сад. И после 2 недель они приступили к работе. Парасад-сервис, и результаты видите сами. В настоящее время начаты ремонтные работы. Строители планируют установить новую стену из гипсокартона. Между тем, подрядчики не считают, что допустили строительный брак. И опасности, по их словам, данная ситуация не представляет. По проекту было замерзший грунт, строится садик зимой, как бы самое. И проектная даже ошибка бывает. Там ничего страшного нет. Ну, на 2 села мы устраняем. Детский сад построен в августе 2010-го, вот только новым его назвать никак нельзя. Помимо отошедшей стены, здесь имеются и другие строительные дефекты. Вот, к примеру, на фасаде отошла штукатурка, местами полопалась краска. Имеются трещины и по периметру здания. Отметим, что строительство этого дошкольного заведения обошлось областному бюджету 445 миллионов тенге. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский.